Всем привет. Продолжаем записывать бокс. Сегодня вроде как должна быть заключительная серия, но это не точно, потому что у нас... Что получается? Вот здесь вот у нас уже последняя, пятая глава Авроры, а там дальше посмотрим, как будет. Поэтому у нас 4 уровня. Больше ничего тут нету, в принципе. Поэтому я предлагаю просто начинать и посмотрим. Какой-то сундук сейчас там будет, поэтому... Красивый, кстати. О, это символ, похоже, знаете откуда? Из Зачарованных. Если смотрели в детстве сериал там... Может, не в детстве, не знаю. Он, у меня в детстве он был. Он назывался Зачарованные. Очень крутой сериал. Я прям тащился от него. Так, тут у нас еще какая-то загадочка. Это рок у нас. Что не так-то? Ага, все. Так, мы взяли ручку, отлично. Что у нас тут еще? Ого, какой. Ничего не меняется, ладно. Идем дальше. Тут у нас что? Выбираем. Сюда ручку вставляет, 100%. Да. Отодвигаем. Так, тут загадка, тут надо соединить. Ну, это все понятно, в принципе, не сложно. Это пятнашки. Так. Пятнашки. Раз. Два. Скорее всего, так. Так. Так, нет, не сюда. Так, нужно вот эту сюда, да? Так, а как мне ее сюда? А, может и так нужно, не знаю. Не, не, так не получится, ее надо вниз точно. Точно надо вниз. Да. Тогда я двигаю вот эту сюда. Вот так вот делаем. Так, потом мне нужно, значит... А, нет, так не получается, смотри-ка. Потому что у нас нету, который... А, нет, есть, вот она. Давай ее попробуем. Потом вверх, вниз. Все, прошел, прошел в пятнашечки. Пятнашечки. Ой, ну он по-любому раскрывается как-то тут. Ну да, вот так. Ну вот наш таинственный кельтский узел. Вот, кстати, он как и называется, кельтский узел. Так, а что дальше? А, и сейчас можно будет меч вытащить, да, получается? Короткий меч. Нифига себе короткий. Извините меня. Сюда вставляется стопудово. Пополам сундук просто раскрываю. А тут еще один сундук, да? Ага, тут что-то открылось. И тут что-то открылось. Ага. А-а-а. Тут надо просто потихонечку идти. Вот так вот. Раз. Ну вот так, конечно. Раз, два. Какие-то, да, вот руны взял, какие-то камушки. Тут, в принципе, все то же самое, скорее всего, будет. Куда эти камушки девать, я пока еще не знаю. Ну и, скорее всего, в обратную сторону. Да. Все. Камушки. Раз и два. Так. Куда можно? О, кстати, вот эти штуки двигаются, но они привязаны к на цепи. О, кстати, про Аврору написано. Почитаем. Мне пришлось построить здание, чтобы заточить ее навеки. Мир, как мы его знаем, это хрупкий баланс порядка и хаоса. И этот саркофаг — преграда, которая не дает хаосу вырваться наружу. Сломать преграду — значит запустить хаос. И неопределенность в нашу реальность, тем самым подрывая сами основы нашего существования. Это я согласен. А, я понял. Сюда вставляется вот это вот. Порвет на цепь. А, нет, он просто двигает. Вау. Блядь.
там сейчас какой-то дрючок. Блин, да тут, конечно, просто огромный крутой механизм. Так, и чё? Сюда надо что-то поставить. Смотрим, что у нас тут открылось. Там внутри какие-то есть еще символы. Можно ли с этим сделать? Ничего, ничего нельзя сделать. Значит, надо крутить. Как-то крутить. Не крутится, да? Интересно. А что мне тогда надо сделать? Ага. Нашел. Все. Опа. А вот теперь крутить. Дракон должен смотреть на цель. Вау. Что это? Ага, я понял тебя. Рисунок. Сейчас клеится. Оп. Все, что? Нифига себе. Не, ну это уже сложно назвать механизм. Ну, это получается мне штука нужна, которая для чего-то там. А, я и видел, кстати, куда ее вставляется. Она вставлялась в тот лифт, короче, где часы какие-то, я не знаю, что это. Так, она вот сюда вставлялась. Вот сюда вниз, вот сюда, вот, вот сюда, походу, нет? Ну, конечно же. И здесь должен быть ключик. Я понял. За ключом дальше идем. Какой-то смешной сундук сейчас будет. Он такой, типа, с улыбкой какой-то рожицей. О, это как будто древний майя. Так. А, мне надо, получается, здесь сделать так, чтобы в центре все было. Я понял тебя. А слушай, это не так просто оказалось. Так. Сложно. Так. Так. Ага. А как мне вот эту... Ага, вот сюда ее надо переместить. Все, я понял. Так, не хватает одной, да? Так, а если мы сделаем вот так вот? Нет, тоже фигня, да? Так. О! Идеально. Вот это череп. Спасибо. Хрустальный череп. Он, кстати, там может открывается как-то, нет? Никак не открывается. Так, что у нас тут еще есть? Кружка какая-то. А, можно с кружкой как-то заметить? О, тут письмо для Авроры. Читаем. Почему? Можно мне отдалиться-то? Нельзя пока, да, почитать? А, нет, можно. Вот. По мере того, как ее идеи становились все более опасными, я решил использовать то доверие, которое у нее еще осталось ко мне, чтобы извлечь ее сердце темной энергии, под предлогом того, что оно якобы нуждалось в перенастройке. К моему удивлению, она поверила мне. Не теряя ни секунды, я вырвал ее сердце, как только смог уверенно ухватиться за него. Я стоял перед безжизненным созданием, испытывая глубокое чувство утраты и сожаления. Я создал нечто невероятное. Лишь чтобы навечно заточить его, отказав ему в стремлении к познанию и реализации его потенциала для защиты человечества. Вот так вот, создаешь что-то, а потом оно может пойти против тебя. Так. Наверное, что-то наверху. Нет, наверху ничего нет. Что-то крутится? Не крутится. Блин, довольно-таки сложно. Ага, вот тут все просто. Открываем. Все посыпалось. Супер. То, что нам нужно. Супер.
Симсалабим, откройся! Небольшая фигурка. Возможно, ее ставить надо сюда. Почему я так подумал? Потому что там две как будто надо вставить какие-то. Ключик. Ё-моё, ты чё? Это очень сложно. Это как пятнашки, только посложнее будет. Вот это, короче, туда идет. Я вот сразу понял. Да, так. О, это сюда тоже правильно встало. Так, сюда должно пойти... Хрен знает, что сюда должно пойти. Так, 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 так. Вот это, мне кажется, должно быть сверху. Да, оно сверху. Я предлагаю сначала по контуру сделать. Или начинать вот так вот делать. Вот сюда что должно пойти? Тоже непонятно. Ага, так. Так, так, так. Скорее всего, вот это должно идти сюда. Давай вот эту сразу пока сюда перенести. Да. Сюда должно идти что-то квадратненькое. Вот этот чувачочек. Так. Супер. Теперь. Вот это, скорее всего, должно идти сюда. Угу. Так, значит. Вот это... Нет. Непонятно. Так. А что сюда должно идти? Похоже? Нет. Что сюда должно идти? Ладно, давай смотреть дальше, что может быть. Это не отсюда. Хотя вот это отсюда. А вот это отсюда. Тут ничего не понятно. Фух, ну довольно-таки сложные такие пятнашечки были. Так, ключ. По-любому как-то что-то с ним можно сделать. Так, что тут можно? Куда тут вставить? Можно что-то? Куда? Что? Ну, тут по-любому что-то можно куда-то вставить. Да нет, не вставляется. Тут я прошел. Тут еще что-нибудь нужно. А, подожди, вот эта штука крутится. Ну, конечно же. Конечно, все так просто. Главное... Это просто догадаться. И все. Ну, соединись ты уже, пожалуйста. Спасибо. Туда ставится череп. Открывается. Вау! Неплохо начинается. Ё-моё, теперь это тотем уже, а не сундук. Так, ну погнали, чё. Пятнашки опять. А, это не пятнашки, это такие вот. Ага. Так. Так, сюда. Сюда. Так, наверное, что-то другое надо. Угу. Ага. Тут надо вот такую. Угу. Сюда. По-любому вот такую надо. Вот я почему-то прям чувствую. Идеально. Я уже слился с этими загадками. Сюда надо кружку повесить, да? Что? Не надо вешать кружку? Ладно, пойдем посмотрим, что тут еще. А, такая же еще одна, да? А, нет, подожди, это же... Она и была. Что-то я не соображу. Ну? А-а-а. Возможно, ее сюда вставить, да? Понятно. Что-то там открывается. Ключ. Этот ключ мне, наверное, для чего-то нужен. Деревянный. Древний ключ. Зачем же мне древний ключ, скажите? Я сам не знаю. Не знаю я. Так. Осталось у меня два уровня. Третий и четвертый. Давай пока он там загружается, я быстренько посмотрю, что куда тут можно. А, ключ-то вот.
Ключ-то сюда вставляется. Поворачиваем. Дверки открываются сейчас, по идее. Нет, не открываются. Ё-моё. Какой-то шифр. Интересно. А как мне тогда ее так перевернуть? Отлично. Идеально, я бы сказал. Довольно сложная загадка была. Это Аврора. Это же она. Так. Это Аврора. 100% Аврора. Привет, Аврора. Выглядит очень круто. Сердце надо вставить. Понятно, идем за сердцем. Блин, то есть чувак, который ее создал, он ее типа остановил, а я теперь сейчас буду ее восстанавливать, чтобы она убила человечество. Правильно я понимаю? Или для чего это все нужно? Тут что-то крутится? Нет. Ладно. Так. А есть записка тут? Записки тут никакой нет. Кошка. Медальон. Ну, медальон это полезно. Так, тут у нас не хватает какой-то штучки. Окей. Голова не крутится у них. Молоток. Молоток это нужно. Так, вот. Значит, вот эти можно разбить. Правильно? И вот это разбить. Не знаю, зачем разбиваю. Может, там внутри что-то есть? Да, внутри что-то есть. Так, это мне пригодится вот здесь. Так, а что мне... А, мне нужно ее просто сюда забить. О, это вообще простота. Простота. Все, я загнал. Элементарно. Так, это что у нас? Ага, тут кнопка есть. Ну, конечно же, это жук-скоробей, который мне пригодится для чего-то. Вставляем. О, это можно посмотреть сюда зачем-то. А-а-а. Надо как-то совместить. Вау! Совместил. Все получилось. Так. Опять какие-то башни вылезли. Угу. И сейчас так по кругу еще подсветится, нет? Нет, не подсветится, только так. Пирамида должна раскрыться, нет? Да что должно произойти? Что мне с этим сделать? Раз, два. Ай. И чё? Что это меняет? Понимаю. Что мне надо сделать-то? Ну, то есть медальон сюда вставляется, правильно? Правильно. Так, теперь вот это я должен, получается, поднять наверх. А, сюда вставляется жук, скорее всего, да? Да. Так. И поднимаем на самый верх. И пирамида раскрывается. Раскрывается. Ну ладно. Нет, да, раскрывается. Жесть, тут еще немного загадок, оказывается. Так, посмотрим. Что у нас тут за загадка? И? Не понимаю все равно. Мне надо с третьей начать, иначе потому что если... Нормально, все нормально. Все только цветы, все, супер. Камень. Небольшой кристалл. Куда мне его ставить? Сюда? Нет.
не очень понимаю, что с этой загадкой делать. Тут я вижу, да, типа разные там моменты. Ну вот, допустим, но я же не могу ставить там глаз в глаз, правильно? Просто должен быть какой-то шифр, скорее всего. А вот тут, смотри, на колоннах-то что-то есть. Это шифр? Нет. Кошка. Кошка, нет. На вершине тут что-то есть. Какая-то пипка. Сюда не вставляется, да. Так, то есть мне нужно все-таки разгадать шифр, скорее всего, это, потому что я другого тут ничего не вижу. Тут это я сломал. А если кошки ставить, сюда ничего нельзя ставить. Ну, все-таки, короче, надо что-то разгадать с этим. Может, просто поставим последовательно? Видишь, они как? Они тут просто глаз, 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 глаз. И тут скорпион, скорпион, скорпион. И две пипки. Что мне с этим пипками делать? А как мне? Подожди. Стоп. Подожди. Тут нельзя никак сделать это. Тут по-любому что-нибудь под ними должно быть, наверное, нет? А, вот так это делается. Ну-ка. Все, я понял, что надо сделать. А этими надо разделить просто. Блин, ну это не с первый раз поймешь, как это делать. И чё? Неверно? Как мне тогда соединить их, разъединить? Что-то я не соображу. А как надо сделать? Понятно. Не понял. Да, так. Что-то у нас тут свиток какой-то есть. Ну все же логично. Так, значит, мы делаем два по бокам. И так вот. Ага, все. Два глаза делаем по бокам. Сюда. Потом точка. И потом вот этот. И вот так же здесь надо сделать. Супер. Это кусок пирамиды получается, который мне нужно ставить сверху. Вау! Скоробейки. И теперь я вставляю сюда кристалл. Сейчас он будет светиться ярко очень. Ну, это темное, темное, которое сейчас сердце. Все портал. Там сердце. Вау. Так. Сердце, конечно же. Контейнер для ДНК. Чего, блин, какой контейнер для ДНК? Интересно, конечно. Так.
Можно что-нибудь потыкать? Нет. Не вставляется. И никуда вставить я не могу его, да? Правильно же понимаю? Ладно, давай следующий уровень закончим тогда уже. И дальше там решим. Последний, четвертый. И оживим Аврору, наконец-таки. Чтобы она захватила человечество. Все правильно, в принципе, чего нет-то? Так. Открыть сезам. Сезам открыть. Вниз, вверх. Так. Сюда что-то... А, сюда сюрикен должен вставлять, я понял. Мы перемещаемся, получается, в какую-то такую вот Японию или Китай. Азию, короче. Так. Бубенчики. Интересно. О! Ключ. Я думал уже, типа, думал, там какой-то шифр должен быть, но... Плюс, минус, минус, плюс. Короче, тут должны быть цифры какие-то, а для этого надо разгадать. Какие цифры? Так, здесь ничего. Здесь ничего нельзя сделать. Здесь ничего. А, вот это движется. Отлично. Открывается. Так. Смотрим. А, тут надо как-то совместить картину, что ли? А, цифры, скорее всего, да? Вот это типа 4, похоже. Это типа 2. А, вот. 2, 5. 3. 4. 3, 4. 5, 2, правильно я понимаю? 5, 2, 3, 4, 5, 2. 3. 4, 5, блин, а вот это сейчас будет сложно. 3, 4, 5, 2, 5, 2, а тут нужно 5, 5, а тут 5, 4, тут 2, 4, 5, 0, 2, 3, 4, 5. Сейчас просто так будем делать. 3, 4, 5. Блин, опять в том же самом вернусь. Ладно, я буду здесь 2 поставить. 3, 4, 3, 4, 5, 4, да блин. 5, 2, 3, 4, 5, 6 теперь. Так, 2, 3, 4. Тут 4, так, разговором. 3, 4. Тут 6 становится, ага, это нам не подходит. Говорим отсюда. 2, 5, 3, значит, нам вот это поменять. Так, здесь, по-моему, вот так вот. 3, 4, да блин, опять четверка. Да что такое? Очень сложная загадка, на самом деле. 3, 4... 5-4. 5-2. А теперь тут надо сделать 6. Блин, это реально сложно. 3-4-5-6 теперь, да? 5. Пять.
как-то надо по диагонали сделать, скорее всего. Три. Короче, осталось тут два, правильно? Вот так вот. Три, два. Все. Три. Тут должно быть четыре. Четыре. Осталось пять, опять. Нет. Так. Очень сложно было, жесть, я просто... Так, тут что-нибудь крутится? Нет, не крутится. Блин, ну довольно-таки, правда, сложно было. Нет, не сюда. Значит, сюда вставляется. Крутись. Наверное, так, я не знаю. Так, получили какую-то штуку. А, все понятно, да, так, чик. Ну, чё? Она должна выпустить. Ну? Чё за прикол? Почему она не собирается? Но он не крутится. О. Не знаю, просто крутил, потому что она не хотела вставляться. Ой, не хотела, да, собираться. Это сюда вставляется. Последовательно. Ну, короче, я понял. Сюда, потом сюда. Нет. Угу, все. Easy, easy, real talk, think about it. Так, покрутить. Вау, закрутить. Это портал. Я вам скажу, ребята. Ребят. Походу, что-то надо взять для того, чтобы пойти в портал. Так, тут какой-то ключик. А, вы меня, конечно, извините. А, вот тут еще одна штучка. Птичка. Может, сюда птичку надо поставить? Нет. А, тут каждый раз новые. Это я понял. Это я все. Я попадаю в портал, оказывается. Что? Охренеть, вот это круто. Нет, 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 сюда. Так, а куда мне надо-то? Где выход-то? Давай вниз. Нет, выше. Точно вот сюда надо. Наверное. Сюда. Вверх, вниз, налево, вверх, налево, вниз, вниз, сюда, на самый верх, налево, вниз,
типа я выполнил? Ну ладно. Так, опа, опа, опа. Раз, два. Ключ! Это то, что мне надо. Так, ты походи. А то тут получается теперь сзади есть такая шкатулка, куда тоже надо вставить ключ. Вот это загадка! Нормально. Это сердце. Это сердце ее? Это ее сердце. Капец, он так далеко был спрятан. Ну все. Я поздравляю. Мы оживляем Аврору. Сюда вставляется сердце. Так, там, наверное, что-то надо сделать. Ну нет. Как-то надо лапки эти поднять. Идите. Понятно. Так, интересненько. Так, чтобы как бы это сделать, так как бы, да. Ну не, ну тут точно надо что-то куда-то нажать. Куда-то покрутить. Вот эти лапки надо просто поднять. А что она не хочет? Угу. Ничего не понятно. Какой там вход? Круглый, да? Тут какие-то вот тоже есть штучки. Блин, ну как? Что делать-то? Как бы тебя поднять? Может, надо просто вот эти вот, так вот, эти. Не, ничего не крутится. Так, а может вот сюда ее вставить, и она... Может сюда вот эту вставить? Нет? Блин. Что тут еще есть в комнате? Есть какая-то? Источник ДНК нет. Тут только вот сюда надо делать. Ну, она сюда вставляет 100%. Но я не могу разгадать загадку, как ее покрутить. Интересно, как ее покрутить? Что-то сложное. Что-то на сложном. Как ее покрутить? Источник энергии. Надо брать подсказку, я считаю. Ну, я не знаю, просто что еще делать. Ну, я понимаю. А что с этим делать? Тут ничего не сделаешь с этим. Что он мне показывает сюда? Что он мне сюда показывал? Ты даже за... Что? Как это сделать? Давай еще раз. Отказать подсказку. Так, иду сюда. Ну? Да блин, это же логично. А вот здесь нельзя подсказать подсказку? Тут не появится? Нет. Етишки, оказывается, можно было перевернуть ее. Все, это мой косяк. Опять же. Как я не додумался, блин, все очень даже просто. Ну конечно. И теперь сюда она вставляется вот так. И все. Это маска, которая в самом начале у нас была. Но она, конечно, красивая. Жесть. А что красные глаза-то загорелись?
продолжение следует, игра завершена. Вот так вот, так получилось. Мы помогли... Ну, в принципе, там было написано, что если мы освободим Аврору, то она будет уничтожать человечество. В принципе, вот что произошло. Очевидно. Ну, будем ждать продолжения, когда выйдет. Всем спасибо за просмотр. Была очень... Ну, мне понравилась игра, очень крутая, я считаю. Поэтому подписывайся, ставь лайк, пиши комментарии, понравилось ли тебе или нет. И ожидаем продолжения. До скорого. Пока.